Сегодня в Беларуси стартовала традиционная перед Новым годом благотворительная акция «Чудеса на Рождество», инициированная Белорусским республиканским союзом молодежи и Белорусской республиканской пионерской организацией. Ее мероприятие пополнит копилку добрых дел республиканской акции «Наши дети», которая начнется 10 декабря. В Лиде к ней присоединились все волонтерские отряды, а их сегодня 39. Они созданы на базе школ, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. Деятельность волонтеров направлена на оказание помощи нуждающимся детям и взрослым. Сегодня в Минск отправился один из лучших волонтерских отрядов, волонтерский отряд «Радуга» средней школы номер 8. Именно там, в торговом центре столицы, будет дан старт акции по всей Республике Беларусь, и одномоментно каждый регион начнет сбор подарков для ребят из социальных учреждений, начнет делать добрые дела, исполнять желания малышей, которые в этом нуждаются. В Лидском районе это также будет сделано. Кроме того, акция носит не просто молодежный характер, она всеобщая. То есть каждый может принять в ней участие. Уже традиционно мы устанавливаем ящики для сбора канцелярских товаров, игрушек, спортивного инвентаря и так далее и тому подобное в Доме торговли, в Книжном мире. И также в городе Березовке в магазине «Книжный мир» будет установлен подобный ящик. Мы приглашаем всех неравнодушных людей присоединяться, творить чудеса, делать добрые дела и помнить, что только человек с добрым сердцем способен на большие поступки. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» продлится по 8 января. Все собранные жителями нашего региона во время ее проведения подарки будут переданы детям, которые находятся в сложной жизненной ситуации.